Любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога, чтобы идти? А почему ты одинок, чтобы найти? А зачем тебе гитара, чтоб сказать? А струна тогда зачем, чтобы порвать? А почему так смотришь вдаль, чтобы не забыть? А глаза тебе зачем, чтобы закрыть? А живешь ты, брат, скажи мне, для людей? А улыбнулся ты зачем, чтобы быть добрее? Он спрашивал все, он строил догадки. Потом он достал свой коньяк шоколадка, наливал не спеша, очень старался. Но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал, чтобы пожить? А друзья тебе зачем, чтоб дорожить? А жена тебе зачем, чтобы гореть? А любовь тогда зачем, чтобы болеть? А почему ты в сапогах, чтобы устоять? А враги тебе зачем, чтобы понять? А почему ты против ветра, чтобы утих? А воевал зачем, чтоб жить среди своих? А почему ты против ветра, чтобы утих? А воевал зачем, чтоб жить среди своих? Тяжелым был путь, скажу вам, не сказка. В итоге сошел он хмельной под Батайском. Я все думал, что он хотел, и знаете, братцы, он дал мне еще раз в себе разобраться. А почему идешь к вершине, чтобы взять? Ну а что, когда возьмешь, хочу раздать? Почему не лечишь сердце, пусть болит? Ну а смерть тебе зачем, пускай бодрит. Ну а кто там над тобою, воронье? Ну а что, если укрыться не мое? Ах, зачем тебе все это? Надо жить. Ну а веришь ты зачем, чтобы простить? Ах, зачем тебе все это? Надо жить. Ну а веришь ты зачем, чтобы простить? Ну а веришь ты?